Ой, ужас какой-то. Бабы вообще никудышные. Мужики-то у них вроде нормальные. И хлеба, и молока, и водички напиться дадут. Такие замечательные. Покладистые, спокойные, приветливые. И все тебе пытается угодить. А бабы эти, кошмар. Как вспомню, так вздрогну. Здравствуйте. А молочко на продажу есть? Есть, конечно. А почем? Ну, рубля два. Рубля два. Здрасте. Здрасте. Это муж мой, Игорь. Что за гости у нас? Вот девушка пришла, интересуется, продаем ли мы молочко. Продаем. Рубль для вас. Рубль? Рубль. Хорошо. Для вас. Я просто два сказала. Ну, сделаем исключение. Ну, твоя корова, ты не делай. Согласен. Значит, по рублю? Значит, рубль. Ой, а вы, девушка, вижу, не местная? Нет. Просто приехала посмотреть. А что? Устроит? Устроит. Красивое кольцо. До свидания. До свидания. А как хоть зовут вас? Ну хватит уже меня засматривать. Да ты что, я же... Деньги, бизнес. Оценил и так, и сяк. Что оценил? Ничего не оценил. Все нормально. Кольцо, юбку и ноги. Все нормально, я все видела. Юбка, просто такая же юбка, как на моей бабушке. Что-то не похоже. Да покороче-то будет. Симпатичная. Ну, я не знаю. Хорошенькая такая фигурка, платье. Ты же мне самая лучшая. Ой, пойду я, что ли? Ну иди, иди. Природа зовет. Надеюсь, поздно не придешь? Нет, не приду. Смотри мне. Здравствуйте. А хлеба у вас нету? Есть. А вы откуда? Я вас раньше не видел. А приезжаю я. А как вас зовут? А не скажу. Найдет. Никит, там кто пришел? Здравствуйте. Не местная? Не местная. Нравится? Да не, не. Ты у меня одна. Ты у меня одна. Пошли. Все, даже не буду говорить. Здравствуйте. Что жарко, у вас водички не найдется? Конечно, найдется. А вы откуда, девушка? Издалека. Ну откуда? Издалека. Так а как вас зовут? Издалека. А так водички вам? Да. Сейчас выношу воды, а вечером, ну, может быть, на озерце у нас такое озерцо. Люда, привет. А это здравствуйте. Вот, это наша новая соседка. Пришла за водой. Здравствуйте. И... Нет у нас воды. И водопровода нет. Нету, ну там же. Нет у нас воды. Люда, так принесли ж вроде вот только что с колодца. Так хорошо. Сходи, принеси. Я пока с девушкой поговорю.
Ну так я быстро, я медуз. Давай. Откуда вы, девушка? Издалека. А какими вы к нам судьбами? Да вот, приехала посмотреть. Водички попить. Водички. Вода у нас вкусная. Вкусная, наверное. Нет у нас воды и не будет. До свидания, девушка. Где ж таких баб понабирают, а? Как они с ними живут, как они с ними спят? Ну, это элементарные вещи. Ужас. Деревня у вас какая-то лоховская, и мужики какие-то бестолочи. Понабирали себе жен никудышных, страшных каких-то. И не подойти никому, и не спросить ничего. Вообще кошмар какой-то. Уроды одни. Жесть полная. Я в корне недовольна происходящим. И не согласна. Водички ей дай. А вон, гляди, идет. Яй! Муховойкой били сестры мои мух. Помню, как у бабки сало воровали. И в соседском огороде полку майку груз. Ну и что в наших королях? Что, у вас мужиков нет? Чем молчишь-то? И юбку-то одела, а, гляньте-ка, и босиком еще ходит, мужиков соблазняет. Да, мы убегаем. Давай-ка, птичка моя, убирайся, откуда приехала. Чтоб не было тебя здесь больше. И на последующий, короче, чтоб ты знала. Давеча много лет назад мы как-то со своим другом решили пройти по лесу и наткнулись на удивительное место. Это место называлось Проклятым. Я думал, это смешно, но со временем начали происходить удивительные вещи. Внутренняя форма человека начала изменяться. Когда-то кто-то здесь сидел, возможно, играл на гитаре. Я не знаю, где сейчас эти люди. Я не знаю, где люди, которые построили эти шалаши, домики. Но я знаю одно. Все мы не бесконечны. Темная вода уносит даль мою печаль. Даль мою печаль, этой вечной глади никого уже не жаль, никого уже не жаль. Темная вода уносит печаль. А жены, это просто надо видеть, кошмар какой-то. Еще и биться лезут, и недовольные. А мужики-то там такие покладистые, спокойные, приветливые, и все тебе пытаются угодить. А эти шмары как повыскакивают из этих домов, из-за углов. Хоть стой, хоть падай. Куда я попала? Ой, они мне таких тумаков понадавали. Помню, что били. Помню, что на землю бросили. А лиц не помню. Вроде бы похоже. Ну, вроде бы и нет. Она, не она. Вроде похоже. А может быть и нет. Или вот это? Да, вот это.
Хотя, я не знаю. Все мозги отбили. Сучки, краш. Короче, как ты на твою шубу? Покажи, как ты рукой. Так.
Не, мне как-то сложно на нее вот так лицо. И типа вот. Не узнала так на секунду. И даже немножко отстранилась. Да, типа. Кики! Для 1% мирового кинематографа оставь эти рассуждения. То есть без своего участия? Здесь, да. А что ты здесь делаешь? Я под руководит. Понятно, все понятно, я все понял. Точность, понимание, все. Ну, спрашивай. Что такое? Да нет. Я понял. Улечься в халат. Улечься, свернуться. Конечно, это вещи пострадают, и это рядом вещи.